Of course, every class is difficult in a way, you know. Sure, but the gacha, which is what we'll speak about, is really important. If you get that idea, you know, it's going to change your mind, I guarantee it. Конечно, каждое занятие сложное, но текущее занятие, гача, если вы ее поймете, она серьезно изменится. So, and then the other thing is, it's so funny, you know, that my partner Maria was in Kiev at the seminar when we also met. И еще смешно, вы, наверное, знаете, мой партнер Мария, которая была на семинарах в Киеве, где мы и познакомились. And at that seminar, August, September 2012, we spoke about the gacha. So, some of you should remember what we were speaking about. И на том семинаре в сентябре 2012 мы обсуждали гачо. Поэтому некоторые из вас должны знать то, о чем мы будем говорить. But I remember when Maria did that course, and she said, I've never heard about this. Но я помню, когда Мария этот курс сделала, она сказала, я никогда про это не слышала. And I said, are you sure? Я спросил, ты уверена? Remember, we can think here. Помнишь выходные Киев? So anyway, you know, you have to hear these things over and over again, and then they sink into your mind, and then at some point you watch your mind change. It's amazing. В любом случае, вы должны слышать это снова и снова, и в какой-то момент ваше сознание начинает меняться, и это просто невероятно. So this is, without any doubt, one of my favorite subjects. И это, без сомнения, одна из моих любимых тем. And I believe we'll have a great time. И я верю в то, что у нас мы отлично проведем время. Okay, we'll start with the prayer. Мы начнем с молитвы. And before we do the prayer, before we enter into this class together, you know, like До того, как мы делаем молитву и начнем это занятие вместе, make this strong wish that you know, may I understand this so that eventually I can explain it to others and everyone can become free. Сделать это намерение, что вы это делаете для того, чтобы стать, достичь просветления и сделать так, чтобы все освободились. I'm thinking, may I teach this well, so that you understand it, so eventually you become free and can explain it to everyone, and everyone can become free. Я думаю о том, что пусть у меня получится хорошо преподавать этот урок, чтобы вы его хорошо поняли, чтобы вы могли достичь освобождение, и тогда помогли другим. Саши пуки чукшин меток стран рира плингшин инде гемпа ди санье шинту микте ульварги Руку нам дакшингла друпашу, Идам гуру ратна мандала камняя таяна. Санье чудан цуки чокнан ла, Чаншу паду дакни кепсуши. Даки чинсок чипес намки, Рола пеншир санье друпашу. Санье чудан цоки чокнам ла, Чамшу паду дакни кепсуши. Даки чинсок чипе сунанки, Рола пеншир санье друпашу. Санье чуран цуки чокнам ла, Чангшу паду дакни кепсуши,
The subject of today's class is a word. Итак, тема сегодняшнего занятия. Actually, the bigger subject is proof of emptiness. На самом деле, более выше название, скажем так, это доказательство пустоты. And the first step in order to understand emptiness is understanding the gacha. Первый шаг в понимании пустоты – это понимание гакчи. And gakcha is really a funny, it's a funny word, and I have to explain first what it means. А гакча – немного смешное слово, мне сначала нужно объяснить, что оно означает. Gakcha is a word that describes an object, который описывает предмет, that does not exist. Который не существует. I repeat it because that's where it all starts. Gakcha is a word. Это там, где все начинается. Гакча это слово. A concept, a term, a word that describes something which does not exist. Это концепция, слово, которое описывает что-то, что не существует. That means it describes a self-existing thing. Это означает, что она описывает самосуществующую вещь. Another way of saying that is a thing which exists by and from itself. Другими словами, это вещь, которая существует сама по себе, по своей причине. A thing that has a nature of its own. Что-то, у чего есть своя природа. A pen that is a pen to everyone, because penness comes from the pen. Ручка, которая ручка для всех, потому что ее функция ручки для всех является объективной. Which doesn't exist. Such a pen doesn't exist. Что не существует, такая ручка не существует. So we also call a gakcha the object that we deny. Также мы называем гакчу предмет, который мы отрицаем. The object that we deny, the thing that we say is not there. Предмет, который мы отрицаем. Предмет, которого там нет. Now, first of all, you know, if you are listening well, which I believe you do. Итак, во-первых, если вы внимательно слушаете, а я верю, что вы так и слушаете. Why the heck should we learn about something which doesn't exist? Как можно что-то выучить о том, что не существует? I even said this is one of my favorite subjects. What's the big thing about the thing that does not exist? Я даже сказал, что это одна из моих любимых предметов в обучении. Что может быть интересного в том, что описывает, что не существует? Well, you know, in soldier terms, we would say you have to know your enemy, right? Ну, в социальных терминах мы бы сказали, что вы должны знать своего врага. So, and Master Shantideva says in very famous lines that if you don't know what emptiness is empty of, how can you ever understand emptiness? И как сказал Мастер Шантидева в своих известных строках, если вы не знаете, от чего пуста пустота, как вы можете ее понять?
So another way of describing the same thing, the gacha, is to say, we will today speak about what emptiness is empty of. И сегодня мы будем говорить то, что называется гакча, от чего пуста пустота. I also will allow today questions on the chat, because sometimes I think, you know, if you feel like this is completely off, then I think we should talk about it. But let's first go through some of the concepts, and then when you have questions, you type questions. Также сегодня можете задавать вопросы в чате, потому что если будете чувствовать, что совсем не понимаем то, что обсуждаем. Но давайте будем прослушаем какую-то часть информации, а потом будем задавать вопросы. So in the notes, you know, the notes is something that comes from a student that wrote down the class that they had with Geshe Michael in the 90s in New York. И в заметках, вы знаете, заметки — это что-то, что один из учеников записывал во время того, когда Геша Майкл преподавал в 90-х. And there's a beautiful, beautiful mistake in the notes. Есть очень, очень красивая ошибка в этих заметках. And this, let's start talking about the gacha with this meaning. The sentence is there saying the gacha does not really exist. Там есть предложение, которое говорит, гакча на самом деле не существует. Now, I hope you know. Sharpen your ears. Obviously, nothing really exists, because when we say things do not really exist, we mean that they are empty of having a self nature. И, конечно, ничто не существует, потому что когда мы говорим, что что-то не существует, значит, у него нету своей природы. We have deceptive reality. There is deceptive reality. У нас есть обманчивая реальность. Yes, there's deceptive reality. No. And then there is ultimate reality. И есть абсолютная реальность. So in the notes, when you say the gacha does not really exist, you might be forced to think, okay, it's also empty, and therefore it does exist deceptively, right? И в заметках, когда говорится, что гакча не существует, вы можете подумать, окей, так как все пусто, у нее тоже есть пустота, и поэтому она не существует. The pen, the deceptive reality of the pen is that this looks as if it was a pen from its side. Обманчивая реальность этой ручки в том, что она выглядит так, как будто эта ручка сама по себе. Is there a pen? Это yes. Ручка? Да. But it's not a pen from its side, it comes this way. Но эта ручка не изнутри, она происходит отсюда. Deceptively it exists as a pen out there. Обманчиво она существует как ручка. We don't deny its existence, we just deny the cause for its existence, which is not the pen, but our mind projecting it. Мы не отрицаем то, что оно существует, мы отрицаем, что оно существует сама по себе, а не является проекцией нашего осознания. Now, what about the gakcha? What about the self-existing thing? Ну, а что насчет гакчи? Что насчет самосуществующей вещи? The gakcha does not only not really exist, it does not even exist deceptively, because it doesn't exist at all. Гакча не существует не только обманчиво, но она вообще не существует, она не существует даже абсолютно, потому что она вообще не существует. So, deceptive reality, the way the pen appears, and ultimate reality, the way the pen really exists, they are good friends.
Итак, обманчивая реальность, то, как ручка выглядит, и абсолютная реальность, то, что и она пуста, они, эти два понятия очень связаны. Like the only reason why the pen can appear deceptively is because that he is empty of having a self nature. Единственная причина, почему ручка может выглядеть как ручка, потому что она пуста от своей собственной внутренней природы. So they have no problem with each other. The gakcha does not exist at all. То есть в этих вещах нет проблем друг с другом, а гакча вообще не существует. The gakcha is just the same as a 50-meter-tall giraffe with ice skates in a pink dress in your room right now. Good luck with the translation. What? A giraffe. A giraffe. Гакча там столько же существует, как жираф в коньках в розовом платье в комнате сейчас. I hope that all of you did not turn around to check if there was such a giraffe. Why? Я надеюсь, что все вы не обернулись проверить, есть ли жираф. Because there is no 50-meter-tall giraffe with ice skates and a pink dress anywhere on the planet, so it's also not in your room. Потому что не существует никакого 50-метрового жирафа в коньках и в розовом платьице. Не только у вас в комнате, а нигде в мире его не существует. It's an impossible thing. Это невозможная вещь. Which does not exist deceptively or ultimately, it does not exist. Которая не существует ни обманчиво, ни абсолютно. Она не существует. Why is that at any rate important? Почему это? Because whenever you have any negative emotion, any, you focus on the gakcha. Когда у вас любая негативная эмоция, любая, вы концентрируетесь на гакче. When you think my husband or my girlfriend or my partner is not doing this or that, I'm upset, then you see a gakcha which doesn't exist at all. Когда вы думаете, что мой муж, мой друг, мой партнер делает что-то, что я не хотел бы, что мне не нравится, то вы думаете о гакче, которая вообще не существует. When you don't pay your taxes because you think that makes you money, you imagine a gakcha. Когда вы не платите налоги, потому что думаете, что так сэкономите деньги, вы представляете гакчу. Why? Почему? Because you believe that the husband out there has nothing to do with your own projection, that he exists this way. Потому что вы думаете, что муж существует и не имеет ничего общего с вами, и что он происходит от себя. That he exists self-existingly from its side. Существует ли он сам по себе от себя? That he has a nature from himself being in that moment in a certain way. Что у него есть своя природа быть каким-то в данный момент. But because every object in your world comes from your own mental seeds. Но потому что все предметы в вашем мире происходят от ваших ментальных семян. And who has put those mental seeds into your mind? И кто эти семена туда положил, в ваше сознание? Yourself. So being angry on a husband out there
just like a 50-meter tall pink giraffe on ice skates in your room right now. Так злиться на мужа, который находится там, это то же самое, что жираф 50-метровый розового цвета в коньках у вас в комнате. That giraffe doesn't exist, right? The giraffe, by the way, is just an example for something that doesn't exist. Это всего лишь пример чего-то, что не существует. Geshe Michael uses an elephant with two heads. This is also just an example for something that doesn't exist. Geshe слона, у которого две головы, это также просто пример чего-то, что не существует. When I heard this the first time, it took me a couple of weeks to figure that out. So, the giraffe is an example for something which doesn't exist. Слышу это, мне надо было пару недель, чтобы в этом разобраться. Так, жираф, которого мы описываем, это всего лишь предмет, пример чего-то, что не существует. Just like your husband, who is doing something, which irritates you greatly. Так же, как и ваш делает что-то, что сильно вас раздражает. Does the husband exist? Существует ли муж? Of course he does. Да. But does he come from his side? Происходит ли он со своей стороны, от себя? Is he out there created by something or someone which has nothing to do with your own deeds? Существует ли он там? Его создало кто-то или что-то без зависимости от ваших поступков? No, such a husband does not exist. Нет, такого мужа не существует. Such a husband does not exist deceptively or ultimately or whatever, it does not exist at all. Такой муж не существует ни обманчиво, ни абсолютно, такой вообще муж. Husband that exists irrespective of your own past deeds deserves an own word, and that word is vigakcha. Такой муж, который существует без зависимости от ваших предыдущих действий, описывается словом, и это слово гакча. Geshe Michael said that the tragedy of this planet, of this world, in a way. Геша Майкл сказал, что трагедия этого мира, с одной стороны, is that 7 billion people get up every morning, they go to work, they struggle, they are nervous, they are fearful, they are excited, they do bad deeds, everything just because they work towards, they believe in gakchas, in things, in objects that don't even exist. Геша Майкл говорит, что одна из трагедий этого мира в том, что 7 миллиардов людей просыпаются, идут на работу, живут свою жизнь, мучаются, страдают, переживают, и все потому, что верят в существование гакчи, которое не существует. So, that gakcha, which doesn't exist, if it existed, это гакча, которая не существует. Если бы она существовала, we are trying to understand emptiness. So let's assume this object, which does not exist, existed. Мы все еще пытаемся понять пустоту. Итак, если мы представим, что этот предмет, который не существует, существует, then it had to exist the opposite way. In which things really exist deceptively. That's a wild one, I'll write it down. Должен существовать сейчас секундочку, я переведу, когда Питер напишет.
I will translate Is for you. the All God? right. Oh, thank you. I got a very nice question, but what is out there that does exist which triggers my projection? I love it. This is exactly what we'll speak about. So hold the question, we'll come back to it. Хороший вопрос задали. Сейчас пока придержите его, мы к нему вернемся. Here we go. I say it once more and then you can translate it, okay? If the Gaksha, if the Gaksha did exist, все-таки существовало бы, then it would have to exist in the opposite way. Тогда бы ей пришлось бы существовать противоположным способом. To which things really exist deceptively. Here throws me a big question mark. Чем как на самом деле обманчиво. Yes, that it's so beautiful. So once more, the pen exists deceptively. Так еще раз, ручка существует обманчиво. Just like every other object in your world. Как и все предметы в мире. We are not saying that things do not exist. Remember, things do exist. They exist deceptively. The pen is an example for a deceptive object. Why? Because he is not emptiness. Мы не говорим, что вещи не существуют. Мы говорим, что все почему? Потому что у них есть их пустота. Because they have their emptiness inside. I'm sorry. No, I mean, we said, you know, in Asia 1, there's deceptive reality and ultimate reality, right? В Асия-1 мы говорили, что есть обманчивая реальность и абсолютная реальность. The ultimate reality of the pen is its emptiness. Абсолютная реальность ручки – это ее пустота. But the thing that I'm looking at and touching on, that is not its emptiness, that is deceptive reality. Но то, что я вот, на что я смотрю и что я трогаю, это не пустота, это обманчивая вещь. Yeah. It has ultimate reality, but when I touch it, when I look at it, this is deceptive reality. It looks as if there is a pen out there. У нее есть абсолютная реальность, но когда я на нее смотрю, когда я дотрагиваюсь до нее, то это обманчивая реальность. Она выглядит, как будто там есть ручка. Deceptive reality exists. We are all, if you're human, deceptive reality. I mean, the body, everything is deceptive reality. Если вы живой человек, то вокруг вас все, ваше тело, это все обманчивая реальность. Deceptive reality exists. Обманчивая реальность существует. Почему называется обманчивой? Because it looks as if there is a pen out there that has nothing to do with my own past deeds, and therefore the reality is deceptive. Потому что она выглядит так, как будто она существует без зависимости от моих предыдущих действий. И поэтому эта реальность обманчивая. So again, deceptive reality exists. Так, еще раз. Обманчивая реальность существует. It is lying to me or deceptive all the time. All the objects lie to me. They look as if they were self-existent. Она обманывает меня. Каждый предмет обманывает меня и выглядит так, как будто они все предметы существуют сами по себе. But they do exist. Но они существуют. The gaksha is an object that does not exist. Gaksha – это предмет, который не существует. It describes an object that is not empty of having a self nature. Это слово описывает предмет, который не пуст в своей природе. Meaning a pen that I showed to a small dog, and the dog wants to start to write because it's a pen to the dog.
имеется в виду ручка, которая, если я покажу собаке, то она возьмет ее и начнет писать, потому что это будет ручка для собаки. Such a pen, which has a self-nature of being a pen from inside, does not exist. That's a gacha. Такая ручка, которая имеет со своей стороны не существует, она это гакча. If the gacha, let's say the pen, existed in a self-existing way, how would it have to exist? Гакча существовала как такая ручка, которая от себя, то как бы ей пришлось существовать? So the deep underlying question is, how would a self-existing object have to exist? What qualities would it have to have if it had a nature of, for example, for being a pen from its side? Вопрос в том, как такой предмет, который обладал бы своей природой от себя, как бы он существовал в этой реальности, in this reality, how would it, I'm sorry, Peter, how would it have to look like? How would it have to exist? Как бы ему пришлось существовать? And you know, you can think of this class like a massage for your mind, don't you? I don't know if the mind is in the brain, but... Можете думать об этом занятии как о массаже для вашего мозга. And it's okay to listen to it more than once. So... Это полезно периодически. How would a pen have to be if it existed from its side? Как ручке пришлось бы быть, если бы она существовала со своей стороны? Which is a pen that doesn't exist, right? Because pens come this way. Ну, это такая ручка, которая не существует, потому что ручка происходит от меня. A pen that existed from its side would have to a pen to be a pen to every being that comes in here. Это ручка, которая существовала бы от себя, она была бы ручкой для любого существа, зашло бы сюда. So another being from another galaxy comes in and says, "Oh, pen." То есть какое-то существо из другой галактики зашло бы сюда и сказало: "О, ручка." A small baby that is just born coming out of her mother's womb says, "Ah, pen." Новорожденный ребенок, который только вот родился, и он сразу видит: о, ручка. A spider that is walking on it says, oh, this is a pen, better get off here, because soon someone will ride with it. Паучок, который залезет на нее, смотрит, думает: вот ручка, надо слезть с нее, потому что кто-то ее сейчас возьмет, чтобы что-то написать. Don't think that these are silly examples. It's the way we act whenever we get angry or irritated about someone. Не думайте, что это глупые примеры. Мы так думаем все время, как боимся из-за кого-то. If you understand that the partner that irritates you comes from your actions, how can you be angry on a picture out there? Если вы понимаете, что партнер, на которого вы злитесь, происходит от вас, как вы можете злиться на картинку, на вашу проекцию? Whenever you get irritated about something, or unhappy, or any negative emotion, you do see the gakcha. Когда вы раздражаетесь, злитесь, или любая негативная эмоция, вы видите гакчу. So that's why we have to understand it. И поэтому нам нужно ее понимать. A pen that existed from its side would have to be unchanging. Ручка, которая существовала бы со своей стороны, ей пришлось бы быть неизменной. Because how could something that had a quality from its side, it has nothing to do with you, how could it change? Потому что если был бы
предмет, который существует со своей стороны, без какой-то какой-либо зависимости от вас, как она могла бы меняться? It would have to emanate, like radiate penness to every being, and it could not change. Ей пришлось бы проектировать свою ручкость на всех, она не могла бы изменяться. That would also imply, because it doesn't change, you couldn't use it, right? И также сюда применялось. As soon as you use something, it's not an unchanging thing. Как только вы используете что-то, это уже неизменное что-то. So now there comes a question, maybe it depends on other factors than me, right? Maybe the object depends on other factors than me. Может быть, зависит well, I would от say, других факторов. What depends on other factors? It's a question in the chat. Вопрос в чате. Может быть, это зависит от других факторов, кроме меня? And my answer to that question would be, give me an example. What other factors? И мой ответ на этот вопрос был бы, дайте мне примеры, какие могут быть факторы. The two other factors that I know of, when whatever you're going to tell me, right, is God or the Big Bang? Есть два примера, которые я знаю. Вот такой пример дается, это или Бог, или Big Bang. Laws of the universe is a good one. Большой взрыв, как начало вселенной. Then I would answer to all those questions again. Who created laws of the universe? Everything must have a cause. На все эти примеры я ответил бы, а кто все это создал? На все должна быть причина. Who put the laws of the universe into place? At what time? Кто закон вселенной положил и когда? I had a discussion yesterday about the Big Bang. You know, it's if you really think about it, like for half an hour slowly, you know, slow down, think about it. Someone tells you the cause for every object in your world is a big explosion a couple of billion years ago. Кто-то вам говорит, что причиной всего это был огромный взрыв когда-то очень давно. And then I say, okay, fine. Я говорю, окей, хорошо. What happened 10 minutes before that big explosion? Что произошло за 10 минут до этого большого взрыва? No, the answer is there was nothing. И ответ было, ничего не было. It must be the answer because the word Big Bang defines an event that was the first cause for everything. That's why it's called Big Bang. Ответ, ничего не было. Единственный ответ, который может быть, потому что большой взрыв это что-то, что дало начало всему, и поэтому называется большой взрыв. The reason why I believed so long, at least on some level in the Big Bang, is because I have so big difficulties to imagine nothing. Причина, почему я какое-то время назад верил в Big Bang, потому что мне очень сложно верить в ничего. But you have to think about that for a moment. Nothing is not blackness, it's not empty space, it's nothing. Но вы должны подумать над этим какое-то время. Ничего, это не темнота, не пустое пространство, это ничего. And then suddenly, without any reason or prior cause, everything appears. И все появилось. To believe in cause and effect and to say that there is something like a first cause.
верить в причинно-следствие и верить, что была первая причина. Which is not caused by anything else. Причиной которой ничего не было. Completely defies and destroys the idea of cause and effect. Абсолютно нарушают всю идею причинно-следствия. So I'm asserting it's so silly that it's amazing I believed that for so long. Я повторюсь, это настолько глупо, что это невероятно, что я так долго в это верю. I'm not sure I want to go to in the God question for too long. Я не уверен, что я хочу углубляться в вопрос Бога на долгое время. But you should, because first we would have to find, we would have to agree with someone you debate, like what is God? What do you mean when you say God, right? То есть, нужно, чтобы такие дебаты проводить насчет Бога, нужно определить, что есть Бог, что вы имеете в виду, когда говорите Бог. But I would assume that usually it's a perfect being that loves and has created everything. Но я предположу, что это идеальное существо, которое любит и создало все. And if those parameters are correct, если эти параметры правильные, God cannot have created me. Бог не мог меня создать. Why? Почему? Because I'm not perfect. Потому что я не идеальный. And then you might say, oh yeah, but you just don't see it right. You are perfect, but you can't perceive it correctly yet. Вы можете сказать, ну да, но просто ты этого не видишь, ты идеален, ты просто этого не видишь. Me not being able to perceive myself perfect yet is a quality of imperfection. Но моя неспособность увидеть свой идеал, это уже качество не идеала. So I can't be created by God. How can something perfect even have the idea of something imperfect? То есть я не мог быть создан Богом, потому что как что-то идеальное, как у чего-то идеального может даже появиться идея создать что-то не идеальное. We are still talking about the Gakcha, right? Мы все еще говорим про Гакчу. If it's true that our worth comes from our own deeds. Если это правда, что наш мир происходит от наших собственных поступков, then it is of utmost importance to understand. То самое важное понять, that self-existing objects cannot exist. Что предметы, которые существуют сами по себе, не существуют. Why? Почему? Because every time something goes wrong in your world, потому что каждый раз, когда что-то идет не так в вашем мире, you can, the only person you can be upset about is yourself. Единственный человек, который расстраивается этому поводу, это вы сами. Don't blame your boss or your partner or whoever. Босса или партнера или кого угодно. Because the way you see them is created for you due to how you have, due to the seeds that you have planted in the past. Потому что то, как вы их видите. Could you repeat that? I had an internet break for a second. Sure. I said the only way. Actually, I lost it. What did I say? The way how they exist. You're right. The only way how your boss or your partner exists. Единственный способ, как ваш босс или партнер существует, is through your own mental seeds that force you to perceive them in a specific way.
Это через ваши собственные семена, которые заставляют вас видеть их определенным способом. So then there came a beautiful question in Geshe Michael's class. Потом на занятии у Геши Майкла был очень красивый вопрос. A guy said, so then the only person I could be angry about is actually me. Один парень спросил, то есть единственный человек, на которого я могу злиться, это я сам. And those of you who follow, listen to the question. Geshe Michael said, no. It's true that you should, of course, not be angry at the boss because you have created him or her. Это правда, конечно, что вы не можете, не должны злиться на босса, например, своего, потому что вы его создали или ее. It's true that you are the one who is to blame. Это правда, что это вас нужно винить. But to be angry on yourself. Но злиться на себя. Would imply that you see yourself self-existingly. Подразумевает, что вы видите себя как существующего по своей собственной природе. So what would be a smart feeling is a feeling of sadness, of intelligent regret. А что было бы умно, это чувствовать грусть умного сожаления. I have made a mistake in the past. О, я сделал ошибку в прошлом. There is someone who is appearing as very irritating to me. Вот кто-то появляется как очень раздражающий меня. He does exist. Он существует. And the silliest thing I could do right now is to shout back or be irritating back, because then I'll have to meet him again. И самое глупое, что я могу сейчас сделать, это или накричать на него в ответ, или ударить его, потому что тогда он снова появится в моей жизни. Right? But anger is not applicable. Но злость не может быть, нельзя ее применять. Okay. So the gakcha is a self-existing object. Гакча — это предмет, который существует сам по себе. Which exists, which does not exist at all. Который вообще не существует. If it existed. Если бы он существовал, it would have to exist in the opposite way to which things really exist deceptively. Ему пришлось бы существовать противоположным способом, чем то, как вещи существуют обманчиво. It's impossible for you to have any negative emotion unless you are focused on a gakcha. Невозможно для вас, невозможно вам почувствовать любую негативную эмоцию, если вы не сконцентрированы на гакче. Because how could you ever have a negative emotion if you realized that you have created that thing? Потому что как у вас может быть какая-либо негативная эмоция, если вы понимаете, что вы создали эту вещь? And when you truly understand that in that moment and you don't like it, you will do everything to not create it again, right? Если вы это понимаете в этот момент, то вы сделаете все возможное, чтобы не создать ее снова. Which logically implies that you will avoid everything which has to do with a negative emotion. Что по логике подразумевает, что вы не будете иметь ничего общего с негативной эмоцией. And because it's so difficult to remember that. И потому что так сложно это помнить. We do the book. Мы делаем наш дневник. Идем. We meditate every day.
Мы медитируем каждый день. We study emptiness. We do these classes and courses. Мы изучаем пустоту. Мы вот эти классы наши занятия проходим. So that we can be aware and see the gakcha and stop creating a bad world for us. Чтобы мы были осознанны и видели гакчу. So that we see gakcha, I'm sorry. No, so that we stop creating a bad world for us. But before that, so that we be aware and we see gakcha. Yes, we see the gakcha. We see that, you know, there's a pause. You are about to get emotional negative and say, oops, that's a gakcha. I'm not going to react. The pause that I can get upset about doesn't exist. I understand. I just thought, how can we see something which doesn't exist? Чтобы мы были осознаны и видели гакчу и не сажали плохие семена. So, let me check. You know what? I would suggest this actually. We do a new thing, but this was pretty heavy. So I suggest we make like 5 minutes break. Everyone gets up, does some very short yoga, and then we continue in 5 minutes. Я бы хотел бы еще к следующей теме перейти, но это была достаточно тяжелая тема, которую мы обсудили, поэтому я предлагаю взять 5 минут. Вы отойдете, сделаете какую-то короткую йогу и Drink something, open your window, breathe, and 5 minutes sharp, 3 past 8 will continue. Попейте чего-то, откройте окно, подышите воздухом, и через 5 минут ровно мы продолжим. And then we have about half an hour left. И потом у нас будет еще где-то полчаса. Thank you. See you in 5 minutes. Спасибо, увидимся через 5 минут.